Ты знаешь, у нас тут вообще полная, короче. У нас под Донецком 150 километров стоит, блядь, 300 единиц, эшелон, короче, боевой техники, нахуй. Десант высаживается в Донецке, блядь. Донецк не выстоит, блядь. Если, блядь, нам не помогут, ну, Россия, если не войдет, то все, нам пизда. Я отменяю, нахуй, 11 числа референдум, потому что он не проведется. Невозможно будет законно провести. Просто невозможно. Пока эти пидорасы здесь. Дим, отменять нельзя никак. Получится, что вы испугались, понимаешь? Нет, не испугались, просто мы его не проведем. Нас не готово. Да вы в партии все что угодно. Напишите, что 99%, бля. Вы что, как дети, будете ходить, блядь, эту бумажку собирать? Ебанутые, что ли, нахуй? Все, я понял. Напишите, что 99%, блядь, за Донецкую.